Всем привет, вы на канале Семья Багдасарян. Всем привет, с вами еще Эдгар, Эдвин с Миланочкой. Мы сейчас заехали, забрали посылочку, ждали ее. Целых две? Да, тут две посылки у нас. Это все одна фирма, ссылка будет в описании. Если кому будет интересно, можете перейти посмотреть. Специально был сделан заказ для удобства перекусить, что-то положить. Специальное приспособление, которое вешается сзади вот этого сиденья. Это вот эта штука. А также между делом еще заказали рюкзачок. Давай откроем, посмотрим, что там вообще есть. Что это за рюкзак? Цвет подбирали такой вот сероватый, чтобы был не марки. Он очень удобно складывается. Как вы видите, такой вот рюкзак. Мы недавно приехали с отдыха. К сожалению, посылка не успела приехать до того, как мы уедем. Такой рюкзак нам очень бы пригодился. Но мы еще будем путешествовать. И я думаю, что рюкзачок очень нам пригодится. Ну, очень. Почему? Потому что, например, мы вот назад, когда летели, купили подарочки, и у нас на несколько килограмм превысил объем, там что-то 23 килограмма можно было везти с собой в самолете. Не с собой, а в этот багаж сдавать. За каждый килограмм, который превышен, 50 евро вы платите. И там такая ситуация получилась, что у нас на 7 килограмм мы превысили, а сумки не было с собой никакой. Пришлось бежать и покупать в duty free, но там очень дорого, но все равно и пришлось. Такая стрёмная, дешевая, там, я не знаю, на рынках за рубли 200 можно такую сумку купить. А там отдали 25 долларов, вот, вариантов не было. Или 50 за каждый килограмм отдавать, или одну сумку. Но вот это, как вы видите, вот она, всего лишь ширина. Да. В следующий раз мы вот такие сумочки еще, наверное, закажем. Да, побольше они. Да, классные. Потому что они недорогие, очень удобные. Вот смотрите, размер какой был изначально и в какую она сумку превратилась. Да, ты вначале говорил рюкзак, я что-то как-то перепутал, наверное. Нет, я сумка. Тебе говорил, ну, в смысле сумка, рюкзак, я не понял. Я самое главное знаю, что для путешествия вот очень удобно. Смотрите, да? Объем. Классно. Вот как раз то, что нам нужно было. Да. И вот вы закидываете это в какой-нибудь любой другой рюкзачок, вообще незаметно себе, вот маленькие. И когда нужно, например, у вас превышает что-то где-то перетащить, вот цвет красивый, лямочки хорошие, все отлично, собирается это очень удобно. Лямки. Я ее в бассейн буду с собой таскать. Ну. Да? Вот отличная сумочка. Кстати, качественная, да, нормально. Да, прошивка, я смотрю, хорошая везде. Тут карман еще сбоку есть. Вроде нигде ниточек не торчит, там ничего такого. Такая... И ткань хорошая. Да. Давайте, ладно, дальше смотреть. Так, дальше у нас этот, как его, органайзер? Ну, это органайзер для машины. Правильно, я не помню, как называется. В описании этого ролика будут ссылочки и четко прописано, как это называется. Вот такая вот. Вот так вот раскладывается. Ее тоже можно. А, вот. Вот она. Мыть, да, если вдруг что, дети испачкают? Да. Прикольно. Дороги это очень удобная вещь, так как мы очень часто ездим и по России мы также ездим путешествовать на машине. Сейчас вот решили протестировать, насколько такая вещь нам вообще она нужна. Если будет реально практично, то мы еще купим на второе сиденье. Сейчас пока только на одну сиденьку взяли. Но на будущее, я думаю, что нужно будет еще и на вторую. Что тут есть? Для чего я это вообще брал? Когда мы едем, вот сейчас мы, например, заедем в KFC. Мы сейчас едем в пригород к моим родителям. И по дороге мы покупаем какие-то напитки. Вот, например, для коктейля местечко есть. Также, например, у детей есть телефоны, какие-то гаджеты, да? Вот для телефончика сюда быстро можно карманы. Да, тут как столик раскладывается, вот. Вот этот момент идет как столик, и тут, смотри, вот есть регулировка, видишь? Ничего себе. Регулируешь вот так и раскидывается, вот. Подержи, вот так вот ровно держи. Давай, держать. Она вот откидывается, и здесь у вас, в принципе, столик. И если вы куда-то едете, вот. У вас будет, да, местечко,
где можно положить тот же планшет или перекусить, как в самолете. Вот мы летели, вчера только прилетели. Там такая же схема. Раз, не нужно, убираете. У вас здесь какие-то гаджеты лежат. Раскинули, можете уже положить, перекусить. И также еще такая же штука. Такая же штука и наверху есть. А наверху еще кармашек большой. Здесь идет кармашек для планшета, для телефона. Здесь внизу на втором ряду есть только место, где покушать. Как раз таки это самое ходовое место. Вот. Здесь это все на липучках, очень удобно. Мне кажется, это если кто-то ниже сидит, вот сюда, а если кто-то повыше. Ну, как-то... кому как удобно, да. Прикольно. И еще вот такая вещь, вот это я пока не понял для чего. Но... салфетки, наверное, отсюда. Может быть, да. А, может, кстати, закидывать и отсюда вытаскивать пачка салфеток. А, кстати, да, очень удобно. Ну. Вот пачка. У нас же есть там салфетки? Ну-ка. Нет, нет. Нету? Вон же. А, у меня есть. А, давай ну-ка, посмотрим. Давай. А, ну принцип получается вот такой. Вот вы сюда закидываете. Вот. Отсюда вы раскрывается, и вы здесь берете вот салфетки. Вот, очень удобно. Покушал, достал салфеточку. Здесь стаканчики стоят. Сейчас мы заедем в KFC, это все дело протестируем и покажем, как это работает. Смотрите дальше. Сейчас мы купим в KFC. Купили, вернее, уже напитки, покушать и протестируем как раз чехол, который я уже подвесил. Вот он сзади находится, с одной стороны. Меланочка уже там тестирует, так что ждем. Сейчас нам это все дело выдадут. Ждем, не дождемся. Я уже проголодалась. Удобно, Милан? Да. Вот картошку положить. Папа, еще, кстати, здесь чуть-чуть криво. Да? Ну, это нужно крепить ровненько. Я быстро-быстро закрепил. Так. Сейчас посмотрим, как это все дело выглядит. Я закрепил это все дело на быструю руку. Крепится очень просто. Здесь есть вот специальный такой ремешок, который просто зажимается вот такими вот штуками. Раз, и все готово. Снизу на резинках и крючки. Снизу, в общем, цепляется за крючки. Все, в принципе, уже готово. И сливается с машиной, вот как вы видите. В общем, не мешает. Если только вот так вот ногами не дергать, как Миланочка сейчас дергает. Да, Милана? А я люблю это делать. Так, открывается раз, открывается два. А это не для ног? Нет, это не для ног. Это может быть что-то, какие-то... Нет, это просто есть разные виды машин. Допустим, если это какой-нибудь джип, очень большая машина, и у них сиденье маленько по-другому расположено. И еще прямо вот так вот то крепится. Если мы поменяем машину, пригодится. Да, в общем, для всех машин по-разному идет. И еще плюс мое кресло наклонено. Я люблю вот, чтобы оно чуть лежало. Мне так удобно ездить. Если чуть поровнее, то уже другая история. Так, ну давайте попробуем. Что там, напитки? Давайте, откройте. Допустим, напиток. Давайте попробуем. Подожди, Наума. Вот, это у нас милкшейк с KFC. Попробуем сюда закинуть на питок. Нет, я посмотреть хочу, где это. Вот, раз. И два. Второй напиток. Открываем верхнюю часть. Вот, допустим, Миланочка сейчас будет кушать, например. Давай, давай. Куда будешь ложить? Заснимем процесс, как Милана будет вот кушать. Вот, Миланочка себе заказала картошку фри, наггетсы и вот этот милкшейк. Эдвин себе заказал, что это? Твистер. Твистер. Дай трубочку. Нету трубочки. Трубочку забыли. Можно вниз напиток какой-то, можно напиток даже расположить сюда. Вот этот столик спокойно здесь будет
стоять вот устойчиво. Можно также подтянуть его, чуть выше сделать. И так будет вообще держаться вот так. И да, Милан? Трубочки забыли. Трубочки забыли? Да. Сейчас я возьму трубочку. Давай попробуй, потестируй, Милан. Так, удобно тебе? Здесь, кстати, еще очень удобно, что есть бордюрчики. Видите? Вот эти бордюры, даже если скатятся, не дадут этому всему делу улететь. Ну, у нас тут еще одно местечко есть. Тут нужно сейчас подогнать под... Короче говоря, мне одной рукой это неудобно делать. Нужно чуть-чуть подтянуть, и будет вот так. И будет очень удобно, вот. И вообще ничего никуда не скатится. Ой, дай твой телефон. У тебя далеко? Ну, если далеко, не надо. Я просто хотел показать, что вот сюда можно телефончик закинуть. Здесь может быть планшет. Вот телефон, допустим, ваш. Когда вы кушаете, вы можете раз, телефончик вот сюда убрать. В общем, многофункциональная. Тема очень удобная. Ой, есть куда Милане на игрушки складывать. Надо, да, забирай. Можно просто поиграть, вот игрушечки сложить вот так. Все валяется, да? Блокнотики, да, можно его сюда с ручками. Вот если рисовать нужно, раз достала, посидела, порисовала, да? Пока ты кушаешь, можно сюда убрать. Планшета у нас сейчас с собой нету, зато можно сюда закинуть. Ура, у меня освободилась моя сумка. Да. Вот. Вот сюда вот так вот. В общем, все очень удобненько. Ну все, кому интересна такая вещь, ссылка в описании, переходите, покупайте себе, мы еще закажем на ту сторону.